Пара-пара-парам. Пам-пам. Ну что, ребят, новая эпоха начинается. Ремонт готов и скоро переезд. А точнее уже прям практически в процессе переезд. Все, наше новое жилище готово. У нас из собранного только диван икеевский. И пока все. А, ну хотя что все. Давайте я вам вообще для начала покажу, что здесь и как. Потому что новая локация, в которой мы будем записывать влоги, будем записывать видео. Здесь будет мой новый рабочий стол. Давайте все потихоньку, по порядку. Ставьте пальчики наверх. Если вам не нравится, то ставьте пальчики вниз. Пишите комментарии, если у вас возникнет желание. Поехали. Здесь у нас заход на второй этаж. Ну, лестницу. Вот. Вот там вот будет мой рабочий стол, как я себе его наметил. Здесь мы решили немножко оградить вот эту часть комнаты. Здесь у нас будет еще шкаф стоять. Здесь будет мое рабочее место. И я хочу посередине поставить монитор и за него сделать подсветку. Плюс я захотел сделать розетку наверху, чтобы подсветку пустить, к примеру, вон туда вот. Вот сюда вот. И, может быть, даже сделать проектор. Кто знает, вот на эту стену. Ну, по факту... Я не знаю, как что получится, потому что идей вообще нету, и будем все вот так вот по чуть-чуть, потихоньку делать. Здесь у нас находится склад. Вот этот вот шкаф мы выдвинем сюда. И вот такой же я хочу сделать прям вот здесь же, потому что это очень удобно. Заходишь, так, забыл где-то включок-то с этой стороны. Заходишь, и очень удобно здесь можно хранить все вещи. Но здесь пока, так, отстойничек. Элементы управления. Здесь у нас ванна-комната. О, такая. Еще ни разу не пользованная. Здесь наша спальня с Олькой. Здесь кровать наполовину собрана. Сейчас я буду продолжать все это дело собирать. Потому что еще одно основание надо собрать. Скоро у нас перевезется сюда матрас. И, соответственно, кровать немножко подвинется сюда вправо. Здесь, наверное, будет комод. Здесь будет еще одно рабочее место. Здесь Тёмкина комната. Непосредственно у Мелкого своя комната. Здесь у нас икеевские опять штуки. Очень хорошо вписались как раз под скос. Ну, ящики, может, сделаем. Маленький шкафчик. И пока все. Здесь, может, какой-нибудь цвет сделаем. Все такое светленькое, беленькое. Очень прикольно. Вот. И основная гостиная, в которой будет происходить все действие, которое вы будете видеть. Ну, точнее, даже в этом доме будет происходить все действие, которое вы будете видеть. Это... видео за моим рабочим столом. Как я там еще что сделаю, я не знаю. Давайте спустимся немножко вниз. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас немножко перевез вещи. Примерно такие, как телек. Как раз из квартиры снял, перевез его сюда. Сейчас надо будет все вот это вот затащить, разобрать. Мониторы перевез. Тумбочки свои решил взять. Но тоже икеевские, только темного цвета. То есть они у меня серые, дома белые стоят. Сейчас потихоньку, полегоньку. Здесь, ну, основная тоже кухня, точнее, кухня, блин. Ну, кухня и гостиная. Сейчас тут еще буду диван собирать. Вот такая, ну и там еще комнаты. Вот. Пока ставлю все сюда, в отстойник, потому что стол я сегодня собирать не буду, это как-нибудь потом. Здесь у меня столешница, тоже потом посмотрите, какого цвета. Это тоже икеевская, так же, как дома. Вот. Темные тумбы будут. Не знаю, решил темные сделать, чтобы не повторяться, как дома. Одна будет вот здесь, другая здесь. Будет столешница, и задник я закрою. У меня вон там вот розеточки есть. И от них будет питаться вся электроника. И, соответственно, ну, задник не видно будет. Ну, наверное, это я себе так представляю. Сейчас главная задача все поднять наверх, перенести и начать уже сборку. Первое – это реечное дно. И второе – это диван внизу. Верю, что появится много нового для вас. Ну, в любом случае, как-то это новая локация, в которой будет записываться куча видео. И... влог декабря будет, я не знаю, наполовину там и здесь. Ладно, все, давайте я все сейчас закончу и потом еще включусь. Фу, дело немножко движется.
притащил с собой колоночку, как раз которая качает вот этот монстр. Забыл, как называется. Бумбокс, по-моему. Офигенно качает. Так, вот эту вот тумбочку, мы ее изначально собирали темки. Надо ее там подкрутить, а то она что-то с этого угла немножко неровно закрывается. И она у нас офигенно встает вот прям сюда. Вот сюда сейчас я ее поставлю. Будет очень удобно. Поехали. О как. А ну-ка. О! Отлично. Ну, с этого бока как раз ванна-то не закрывается. Нужно там еще просиликонить, все это дело будет. О! Первая мебель установлена. Отлично. Сразу можно и сральную бумажку положить. Ну-ка. О, отлично. Самое лучшее речное дно, по моему мнению. Вот, но самое геморройное в сборке. Это реально, это очень геморройно собрать. Вот оно. О, я сегодня уже немножко поработал еще до этого. Эти палец повредил, короче, опять красавчик. Что может быть лучше, чем работать под любимую музыку? Блин, Chili Peppers вообще офигенно, Californication. С учетом того, что мы купили билеты в Лос-Анджелес. Класс! О, ну почти уже. Почти финалочка. Я, кстати, что-то в последнее время подсел на арию опять. Прям вспомнил школьные времена. Оу, yeah. Готово. Кстати, вот эти стены, ну то есть вот эти вот комнаты и полностью вот эти вот перегородки, то, что у нас получился склад, ванная, это мы полностью сами рисовали. То есть не пользовались ничьими услугами, пришли сами здесь, но когда еще вообще ничего не было, начертили, как мы хотим. И получилось, знаете, даже очень ничего. И вроде коридорчик есть, и одна большая комната, и вторая большая комната. Ну, короче, вот так вот. Удалось нам это, вот этот угол, мы так за него боялись, что вот он будет типа хреново смотреться. Нет, очень функционально. Нужно сюда наличничек еще положить, точнее приклеить. Я уже кое-какой став перевез, к примеру, это пилот с USB-шками, я его буду как раз туда подключать, к нему всю электронику. Плюс свою вот эту подсветочку, LeafX, именно стрипы. Блин. Урал за $50 на распродаже каждую. Так они по сотке стоят. Это вот этот, который у меня за мониторами висит. Я вот что думаю. Один, короче, за монитор повешу. А вторую... Они прикольные, с телефона управляются. Вот хотелось бы, конечно, вот туда, вот по этой стороне, то есть изнутри сделать. И вот по этой стороне. Конечно, блин, до конца так не доведешь. Это слишком далеко получается. Типа заходишь, и вот ночью, представьте, то есть вот там вот за вот этой балкой все светится. Такой... Выходишь, и у тебя вот здесь подсветка, там подсветка, там подсветка. Но, что вы думали? Человек, который любит подсветку, он, конечно, в любом своем жилище сделает подсветку. Конечно, конечно. Вот для этого сюда специально-то и розеточку забабахал. Потому что хочу, может, вообще вот проектор повесить вот сюда. И бац, туда на стену пулять. Хотя, блин, она кремовая. Сюда надо еще этот, как его, монитор повесить. Ну, монитор, в смысле, этот... Как он называется-то? Забыл, как называется. Напишите в комментариях. Это лучший способ, когда ты ничего не знаешь. Пишите в комментариях. Да. Так вспомним. Называется экран. Опа. Так, переходим на новую локацию. Спускаемся на первый этаж. И сейчас... Так, сейчас подрублю себе колоночку. Буду собирать стол. Хотя не знаю, стол успею, не успею. Короче, сначала диван. Вот сюда. Это будет такая подложка прикольная, вот здесь все будет закрываться. Вот, нужно собрать диван и стол обеденный, вот здесь будет стоять. А тут еще пока эти закрыты ворота, они еще поднимаются наверх. Ух, дел столько. Но сейчас быстренько нужно собрать и уже ехать обратно домой. В процессе. Все по разным углам. Сейчас буду собирать. Продолжаю собирать Икею. Теперь подключился на обеденный стол. Он типа будет большой. Это первая его часть. Там еще вторая в углу лежит. Он еще как-то будет раздвигаться, пока еще не знаю. Ну, в Икее все просто. Придерживаюсь инструкции, и все будет ништяк. Потому что это все люди с умом составляли. А вот и диванчик, смотрите.
появился. Я тут даже посидел. Вот, видите, попа отпечаталась. Булочки. Да это я не знаю, что это такое. Это не мое. Ну ладно. Сейчас соберу. Ух. На сегодня закончил. Здесь, в принципе, ничего не поменялось. Потому что я внизу собирал. Тумбочки свои пока оставил. Повесил люстры. Наши любимые киевские. Вот здесь еще на 4 лампочки разветвлитель. На светодиодные. С Алиэкспресса. В доме таким пользуемся офигенно. То есть прям освещает ночью. Очень круто. Вот здесь пока одну повесил. Вот, все. Отсюда пока свариваем. А, блин, пульт забыл. Оп, на ключик. Это я сейчас все в машину буду загружать. Вот, смотрите, собрал стол, два стульчика и диванчик. Фу, все, на сегодня хватит. Ладно, пока-пока. Кстати, я только в Латвии узнал, что это латыши. Да, брейншторм, вообще офигенная штука. Это, что хотел сказать этим видео-то? Понемножку подготовить вас, чтобы это не было резко, чтобы... Ну, видели тоже процесс весь. Мне кажется, во влог-декабре это всегда было популярно, когда я что-то там строю, собираю, делаю, обставляю и так далее. Вот, и сегодняшний выпуск примерно такой же, я надеюсь, вышел. Особо без понтов, без там выеживания, наверное, так говорится. Скоро поедем продолжать. Сейчас пока вот на денечек съездил, там ночевать еще пока нельзя, потому что матраса нету. Матрас только должны вот перевезти. И будем там понемножку зависать. Сделаю себе рабочее место. И вот, блин, какое оно будет, для меня это важно, конечно. Я сейчас дома кайфую каждый раз, когда я, блин, сажусь, когда эти беспроводные мониторы висят, прям вообще шикарно. Подсветчик моя любимая, красота. И особенно я кайфую от стола икеевского. Но это понятное дело, что у американцев все мы подсматриваем. Все подсматриваем у американцев практически. Вот эти вот тумбы Икеи и столешницы, которые вообще кухонные. Здесь тоже купил, только немножко другого цвета. Она, по-моему, светлее, я уже не помню, как выбрал. И тумбы я почему-то до конца хотел белые, но в итоге в последний момент решил собрать. Даже, ну, там есть еще коричневые, а есть темно-серые. Вот взял темно-серые. Сейчас на них скидка. Тумбы прикольные, очень дорогие. 5900 стоит одна тумба. Считай, стол обходится примерно в 17-18 тысяч рублей. Ну, я себе могу это позволить, потому что это мое рабочее место. Я за ним монтирую, я за ним снимаю, и мне нужно его сделать тоже так презентабельным, потому что многим нравится компаниям, когда вот у тебя такая штука как бы атмосферно. Человек к своей крайности, у меня, видите, такая крайность была. Мы с Олькой почему-то очень любим икеевские вот эти люстры. Они, поскольку по 80 рублей, бумажные. Бумажные. Мы, типа, каждый год их практически меняем. Что там, пришел, купил за 80 рублей люстру. Потому что она пылится, протирать ее как бы не айс, потому что она бумажная. Просто поменял, и у тебя, бац, новая люстра. Вот, здесь такие же повесили. Бумажные, всегда не жалко, если там разобьешь что-то еще. Лампочки светодиодные, не греются. И вот этот вот разветвлитель дома вообще шикарно. Потому что изначально там вот этот патрон идет один, а здесь на 4 сразу. Вот, лампочки филипсовские. Мне когда-то их подгоняли по бартеру. Они дома висят. Там какие-то бриллиант-серия. Взял похожий дневного света, 4000 кельвинов, и вышло что-то каждый там рублей по 230, что ли. Сразу 16 штук взял на весь второй этаж, вот. Так что со светом разобрались, сейчас там все до конца доделаем. Спасибо, что досмотрели, надеюсь, было что-нибудь интересное, что-нибудь полезное узнали. Что тут полезного узнаешь? Просто посмотрели, как чувак собирает мебель. Вау. Ладно, спасибо, ребят, большое. Поддерживайте меня. Я вас буду поддерживать своими влогами. Вот. Давайте. Пока. Увидимся. Бау.